В этой квартире была убита 55-летняя Ирина Кудрявцева. Ее труп нашли в погребе под балконом. Следствие подозревает дочь погибшей. Соседи только об этом и судачат. По их словам, до страшной находки силовиков женщина год числилась пропавшей без вести. За несколько дней ушла в магазин за подарками и пропала. Следователям материал по неизвестной причине поступил лишь в январе этого года. После опроса родственников они решили провести осмотр жилья дочери убитой. В погребе этой квартиры, которая располагалась на первом этаже, и было обнаружено тело. Женщине были нанесены множественные ножевые ранения в области туловища. В отношении дочери погибшей избрана мера пресечения в виде заключения под стражей и решается вопрос о предъявлении ей обвинения. Свою вину Елена не признает. В ее причастности к убийству сомневаются и соседи. Есть люди, которые наркоман, там ханыги, да, это мужа подумает. Но она очень порядочная девчонка была. Нет, никогда не поверит. Никто не поверит. А скажите, вот какая вообще Лена сама себя, почему вы не верите? Она была всегда добрая, всегда зыточная. А детей знаете? Знаю, всех троих. А знаете сейчас вот с детьми вообще что, они где сейчас, кто с ними уже сидит? Где Лена? У знакомых убитой своя версия произошедшего. Может быть, даже эти армяшки, которые с ней были, они ее и пришлепнули. А что за армяне? Любовник ее. Чей? Девкин. А мать ее, я как слышал, вот там у нас женщина, мать ее ругала, что ты связался, у него дети, все, куда ты с ним? В настоящее время следователи устанавливают другие обстоятельства дела и возможные мотивы преступления.